Это не фейк? Экран завис или нет, ребятки? Я спасибо большое за фол, мужики, вы такие зайки. А, ну я понял. Привет, подписчики, подписывайтесь на эту страничку. Девочки, с добрым утром, с 8 марта. Кстати, после стрима у нас слава будет секс. Что? А у меня? Странно выглядело. Самурай такой мелкий, ребят. Да самурай это пиздец, его можно в лаваш завернуть нахуй. Рулон, блядь. Это ебать, монтаж Рики просто бомба. Кальций Арго – великолепное украшение и красивый подарок любому мужчине на любой случай жизни. Она символизирует силу и мужественность и прекрасно подходит для любой ситуации. Бля, а вот вопрос такой, у самурая, у него цацки вообще, они дорогие типа или эти, какие-то салика дешевые? Или самурая реально типа чел такой, как бы при бабках серьезный мужчина? Браслет 23к, зачем? У меня, смотрите, что. У меня, короче, браслет злого ЕКБ мне подарил из толпы. Он, правда, нахуй стерся, но он стоит рублей, ну, 15, может, наверное. Вот мой браслет единственный. Пиздец, блядь. Бля, куда ты летишь, блядь? Ты сейчас ветром нахуй несет, блядь. Приляжь к земле, блядь. Ты посмотри на эти банки, блядь. Футболка 120 тысяч? Блять, зачем? Стой! Сейчас, во-первых, верну экран, во-вторых, зачем 120 тысяч за футболку? Какая нахуй 120 тысяч за футболку, блять? I'm sorry, но зачем? Не, я понимаю, что каждому свое, типа, это вообще, не осудительный момент, но зачем? 120 тысяч, блять. Это весь мой гардероб. A few moments later. Раз, два, три. Он с кем? Отсосал. Не имеешь права! А я силу хотел проверить, я реально начальник. Такой пизда был! Я хуею, уберите его нахуй. Да. Ты должен был подтвердить. Давай. Вы что, ебаный, сейчас нахуй вместо стримов качалку запишите, чтобы вы ходили, блядь. Готов? Раз. Ой, Ариньян сидит там, ножки показывает. Блядь, ебать, а чё так бустера разъёбывают? Он же, блядь, машина. Он же, блядь, здоровый. Посмотри на эти банки, дядь. Может, он сидел неудобно просто? Без розов я бы проебал всем бы там. То есть, типа, без розов я бы проебал всем. Потому что я вообще, я Дрищуган пиздец. То есть, я бы вообще всем проебал. Раз, два, три. Бля, а кто видел, короче, извиняюсь, что паузы постоянно. Кто видел видосы, когда у чуваков кость вылезает вот здесь, блядь? Это такой пиздец, это такая мерзость. Диплом защитил, да. Это вообще такая... Посмотрите, как это вообще мерзотно. Я с рогом выкрутил. Что это за хуйня? Как это играть, блядь? Я не понимаю. Осталось 3 человека, ребят, на диплом. Готов? Давай. Давай, раз, два, три. Раунд 1. Бля, ну видите, машину пиздец. В реальности был? Сейчас он выдохнется, у меня все нормально, я просто держу его руку, мне не сложно вообще. Блин, Алекса, зачем машину пиздец? Я вам свой бицеп показывал, ты пиздец. Сейчас старый просто реанимация из-за скачка давления, бля, вывезли. Тебе пизда. Давай. Готов? Да. Я не понимаю, как строго выигрывает, у него же руки, типа, ну, обычные, то есть, типа, он же не накачанный. А он ебёт только так, блядь. Не сделал, блядь. Слышь, одноклассники, полистай, там сейчас самурай просто обосрётся, блядь. Чему ладошку комар съел, нахуй. Он здоровый? А, 80 плюс вес, ну я понял, да, вес решает. Бля, ну они же все выше меня, хотя, да. А, 185, нихуя себе, по нему не скажешь, блядь. Я 176 вообще гномиус.
Кто больше всего нравится из них? Мне строго. Икмарус. Ну он, блядь, постоянно со мной здоровый, наверное, пиздец. Бля, бля, монтаж просто у Рики это пиздец, это бомба. Рики гений. И Рекс тоже, два гения. Перхоть полетела, бля. Ну вот про вчерашний день рассказала, то, что потом мы поехали домой, вообще. Все разъехались, еще этот бункер, блин, я так переживала из-за того, что Вадима, блин, мне так грустно, вот, единственное, от чего я реально грущу, бля, и... строго реально куча контента на тусе сделал, это вообще охуенно. Из-за чего я не могу на полную сказать, что я прям кайфую, то, что Вадим с Машкой не рядом, и я прям, не знаю... Я готова, блядь, дома сидеть, лишь бы Вадим там не грустил, не расстраивался и не знаю, как-то поддержать его, потому что очень грустно, очень не хватает явно этих людей. И обязательно, парни, поставьте лайкусик на этот видос, если вам такой формат зайдет, если вам просто зайдет даже не формат. Бля, пиздато, пиздато. Ребят, залетите, втыкните, пожалуйста, лайк на видос. Это если вам не впадло, пожалуйста. Видос вообще охуенный, пиздец. Бля, Рики гений, что тут сказать. Ну, концовка грустная, конечно.